привет. Сказать, что всем добрый день, но он и неплохой день. У нас сегодня дождик вот к вечеру начался. Не знаю, слышно меня, не слышно. В общем, стеной дождь льет. Стою у кабинета зубного врача, дантиста. Вот меня уже приехали забирать, но как я в машинку бегу, у меня ни зонта, ничего нет. Так, легкий душ. В общем, дворники еле справляются. Смотрите, какой сильный дождь у нас. Машины метра полтора, наверное, бежать было, потому что я вся насквозь. А сейчас в новостях Москву показывали. Там, наверное, скоро на резиновых лодках будут пешеходы. Машины-то ездят, а вот пешеходам ходить практически негде. Тоже. У нас, кстати, вот, Сереж, как это называется, когда с дороги вода не уходит? Ливневский или как она называется? У нас их и нет. Я про что и хочу сказать, что у нас их нет вообще. Не предусмотрены были, не заложены в бюджет, так сказать. Так где-то, может быть, и есть вот эти решетки, но они настолько все грязные и забитые, что вода с дорог не уходит. Зачем? Она потихонечку по улочкам вся в Волгу идет. Мы, слава Богу, выше уровня Волги. Сейчас немножечко затишье. Вот такая у нас сегодня погода. Замечательная. У меня Сергей Витальевич видеорегистратор купил. И сказал, больше крамольных вещей в машине нельзя говорить. Так что погода у нас хорошая, налоги у нас минимальные, и с работой у нас все хорошо. В общем, мы плывем. Вот у нас ливневка, смотрите, она не справляется, там воронка прям идет. То пониже посадка, наверное, через пороги вода зальет.